Всем привет! Сегодня хочу показать, что у меня высохло. Книги, цветы, которые я собирала в это лето. Название их я точно не помню, надо смотреть. Ну вот так вот достаточно хорошо они высохли. Их немного, но они есть. Мне нужно освободить книжку для одного цветочка. Кстати, другая порция вот этих цветов сгнила. Они были достаточно такие мясистые. Ну, вот эти вот сохранились. Вот, может, будем делать мыльницу и туда их будем закладывать. Вот таких тут прилично, я думала, их немного. Ну, все, освободили одну книгу молочного цвета, такого получились. Ну, прикольно, что видно вот эти тычинки. Такой хорошенький результат. Таким способом я храню свои сухоцветы. С влаговпитывающей обязательно какой-нибудь бумажкой и в закрытом контейнере, чтобы туда не попадал воздух из моей квартиры, который постоянно переменчив и непонятно, то ли он влажный, то ли он не влажный. Сейчас вот отопление дали, вроде воздух по суше стал, чему я, конечно, очень рада. А то погода дождливая, в комнате холодно, и я уже было переживать начала. Но вроде все хорошо. Тут тоже есть цветы. Надо будет освободить это тоже. И я сюда рядышком положу с ними. Тоже один торчит здесь. Там мелкие соцветия вот такого плана. Не помню уже тоже, что за цветок был. Какой-то неизвестный, а может известный. Мне неизвестный. А может быть, я просто забыла после ковида все на свете. Ой, какие красивые, прям зеленые. Ну даже бацки. Вот эти вот цветы, их лучше хранить в книге. Иначе у них листья вот так вот начнут все заворачиваться. Я их пока отложу. Если, кстати, вы не уверены в точности, высохли ваши цветы или нет, сухоцветы, то можно включить духовку на медленный огонь и поставить просто контейнер рядом, недалеко от духовки. И вся влага из цветка, она испарится. Тут книга с растениями, что ли? Эти книги я, вот последние, которые демонстрирую, я их нашла. В подъезде выставили очень много интересных книг про медицину. Я их толком пока не смотрела. Я в них только цветы. Было 4 энциклопедии огромных, такие большие. Про вот эти всякие вот такого плана книжки. Домашний доктор, там маленькие, большие, с растениями. Кто знает, что это за цветок, пишите. Буду благодарна вам. Я потому что не помню, что это я собирала. Может, это люпин сорт какой-то. Тут у нас такой результат. Вот такие вот красивые. Там, они прям зеленые. Листики. Ну все, всем пока. До новых встреч. Будут еще какие-то результаты сушки. Буду вам тоже показывать в таких коротеньких видео. Всем пока!